Всем привет! Сегодня мы вместе с вами полистаем вот такую вот книжку. Не буду читать, может быть, неправильно прочитаю, получится не очень красиво. То есть это у нас винтаж, Grayscale, Coloring Book. И такая вот раскрасочка недавно у меня появилась, вот такой вот толщины. Получила я ее в подарок, эту раскраску. Можно было только посмотреть вот такие вот образцы, что есть в раскраске. Ну, остальное обзоров никаких я не нашла. И, возможно, кому-то мой обзор будет полезен, и вы решите, нравится вам такая книга или нет. Так, как я сказала, книга у нас проклеена, не прошита. 22 иллюстрации для раскрашивания. Страниц чуть больше, но там есть цветные вклейки в конце. Вот. 2020 года книжка. Так, бумага у нас такая тонкая, мне кажется, такая же, как офисная. И давайте же полистаем, посмотрим. Такие девушки. Таких раскрасок у меня еще не было, именно вот таких. Здесь у нас вот так. Я так понимаю, что здесь с фотографий, наверное, с каких-то или с каких-то старых постеров сделана эта раскраска. Хорошо, что иллюстрация односторонняя, и можно, например, будет раскрашивать маркерами. И, кстати, портрет вот этот очень даже красивый. Не сильно черные линии, довольно-таки светленькие, и, думаю, будет легко перекрыть их. Ну, вот какие-то вот мне совсем не нравятся, вот как вот это, например. Из каких-то, я думаю, можно что-то сделать. Ну, как я уже сказала ранее, заранее нельзя было посмотреть, какие иллюстрации в книге. Ну, и тем более это был подарок. Я думаю, ничего страшного. Найду, что раскрасить и в этой книге. Конечно, очень сильно все затемнено. Grayscale очень сильный. Ну, вот тоже не нравится вот эта какая-то постановочная картинка. Просто как будто бы брали интерьер какой-то и на компьютере ставили тот или иной образ. Здесь вот книги читает. И здесь вот, возможно, есть такие же тоже книжки. С животными, тут с лошадьми. И здесь вот так еще. Ну и здесь у нас даны, по-моему, 3 страницы просто чисто белых. Вот. Чтобы попробовать бумагу или нарисовать что-то. И, надеюсь, кому-то, возможно, был мой обзор полезен. Когда мы искали, тоже не могли найти ни одного обзора на эту раскраску. И, возможно, кто-то решит для себя, нужна такая раскраска ему или нет.